Почему этот год особо значим для мусульман? Какие проекты реализуются под эгидой празднования тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии? Как прошел Сабантуй и каковы его итоги? О планах духовного управления на ближайший год расскажем в программе «Город С». 27 июня, 18:15. Гости в студии – Талиб Хазрат Ярулин, муфтий Самарской области, и Гюзель Сагадатова, директор культурно-исторического фонда «Булгарское наследие».